not easy being me. Wash your face and brush your hair. Well, nag, 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 it's just not fair. I'm Horrid Henry. So down with school, I'm gonna rule. And when I'm king, I'll do my thing. And then my life will be so sweet. I'm Horrid Henry. Na, 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 nay. The purple hand gang rules, okay. Well, it's so easy. Ужасный Генри. Фью, пронесло. Да, но кто-то должен принести мяч. На, порядок, пацаны. Я иду. Фью, пошел. Генри, а что ты делаешь внутри школы во время перерыва? Я ищу мистера Соддингдона. О, ну тогда это очень кстати. Когда найдешь его, передай ему от меня сообщение. Пожалуйста, скажи, что я не могу встретиться с ним в столовой. Нам придется встретиться после школы. Генри, куда ты направился, парень? Ну, я пришел забрать мяч. Ну, тут ты не прав, парень. Я его заберу. Твой мяч теперь мой мяч. Нет! Генри передает сообщение. Да! Теперь беги, паренек. Но у меня для вас сообщение, сэр. Правда, что ли? Да, от мисс Отбот. От мисс Отбот, говоришь? Да, сэр, она сказала, что хочет встретиться с вами после школы. Она так сказала? Она хочет встретиться со мной после школы? Ну да, она так сказала. Наконец-то! Так я могу идти, сэр? Да, иди, паренек. Да! Генри, я хочу, чтобы ты ей передал сообщение. Ладно, это для мисс Отбот. Ладно. Но скажи ей, что я решил попробовать новый ресторан. Учителя бывают такими странными. Генри, живо вернись в класс. Но я передаю сообщение от мистера Соддингтона. Правда? Мистер Соддингтон? Что же он сказал? Ну, он сказал, что хочет попробовать новый ресторан. Боже! А он не сказал, когда? Ну, после школы, я так думаю. Но... Ой, откуда у меня такое чувство, что это все пойдет неправильно? Внимание, Генри! Можете расходиться, кроме Генри. Да что я опять наделал? Ты ничего не сделал. Просто мне надо, чтобы ты задал мистеру Соддингтону один вопрос. А вы сами спросить не можете? Нет, Генри, не могу. Ну ладно, что за вопрос? Вопрос такой, что я должна надеть? Что вы должны надеть? Он поймет, о чем я. Теперь беги, Генри. О, что это? Сушенка. Привет, Генри. У тебя для меня нет сообщений? Ну, есть. Мисс Батлок спросила, что ей надеть. Мисс Батлок спросила, что ей надеть? Ты уверен, парень? Так она сказала, сэр. Комбинезон. Скажи ей, чтобы наделала комбинезон. Комбинезон? Да, я всегда ношу комбинезон, когда прибираюсь в кладовке. Скажи ей, что там, и увидимся. А что он сказал? Кто мисс? Сид, то есть мистер Соддингтон. Он сказал, что я должна надеть? Да, комбинезон. Комбинезон? Комбинезон. Ну, значит, комбинезон.
А еще, мисс... Да, Генри? Он сказал, что там и увидитесь. Где? Да не знаю, но, по-моему, в кладовке. Гимнастической кладовке? О, ресторан «Гимнастическая кладовка»? Как романтично! У меня какое-то нехорошее чувство насчет этого. Совсем нехорошее. А, Генри, ты передал мое сообщение мистеру Согингтону? Ну, да, мисс. И что он сказал? Ну, он сказал встретить его в гимнастической кладовке и что он хочет попробовать новый ресторан и носить комбинезон. Комбинезон? Как странно. Что происходит? Я не очень уверен. Старуха Отбот сказала передать мокрому Сиду, чтобы он встретился с ней после школы, а теперь все перепуталось с новыми ресторанами, кладовками и комбинезонами. И мисс Батлакс. Все это кажется очень вполне ясным. Да? Так, кто может сказать, сколько будет 8 × 7? Генри? 87? Ну, вообще-то, правильный ответ 56. Хотя, почему бы и не 87? Это достаточно близко. Молодец, Генри. Так, 10 раз вокруг поля. Идите, девочки. Может, вы, парни, предпочли бы сыграть в футбол? Генри, я тут подумал... Ой-ой. Ну, серьезно. Старуха Батлакс и мокрый Сид ведут себя весьма странно. Ты прав. Они к нам весьма добры. Это я имею в виду. Это весьма странно, и, кажется, я понял, почему. Почему? Ну, старуха Батлакс думает, что сообщение про ресторан было для нее. Да. Но оно было для мисс Отбот. Да. А мисс Отбот подумала, что сообщение про чистку кладовки было для нее. Да. Но на самом деле оно было для мисс Батлакс. О, да, я понимаю, только... Нет, не понимаю. О чем ты говоришь, Ральф? Я говорю о том, что у тебя будут серьезные неприятности, когда мокрый Сид узнает, что мисс Батлакс думает, что она встретится с ним в новом ресторане. Тогда, когда он думает, что она поможет ему убраться в кладовке. Тебе нужно убедиться, что мисс Батлакс встретится с мокрым Сидом в ресторане. А мисс Отбот получила прибранную кладовку. И как я это сделаю? Предоставь это мне, Генри. А как же мисс Отбот? Что будет с ней? Ну, насчет этого я пока не подумал. У меня будут большие неприятности. Не волнуйся, я тебя прикрою. Ну и беспорядок. Верно, надо тут прибраться. Так ты хочешь из всего этого выбраться, а? Да. Я все сделал, все сам. Спасибо, что помог, Ральф. О, ты тоже был занят. Скорее, кто-то идет. Надо прятаться. Мистер Согингтон, вы здесь? А, Ральф, а что ты здесь делаешь? Эй, мистер Согингтон! Ой, мисс Отбот! О, и Ральф? О, мисс Батлакс. А вот вы где, и мисс Отбот. Как мило вы обе выглядите. Ваш стол ждет. Ральф, я должна тебя спросить. Добро пожаловать в ресторан «Гимнастическая кладовка». Это и есть ресторан «Гимнастическая кладовка»? Для наших учителей только лучшее, мисс Батлакс. А теперь, я думаю, вы все проголодались. Ну, по правде сказать, да. Тогда пора попробовать нашу фирменную кухню. Генри, не окажешь услугу? Что? А, ну, конечно! Что это? Сушенка. А, ну да. Кому тушенку? О, спасибо, Генри.
И чем мы заслужили такую честь? Ничем. Мы просто хотели поблагодарить вас за то, что вы лучшие в мире учителя. Правда, да? Я тебе должен, Ральф. На то и нужны друзья. О, и еще одно, Генри. Мне пришлось заключить сделку с демонической печицей, чтобы получить тушенку из столовой. Тебе придется всю неделю мыть посуду. Перевод Евгений Йорс читал Дмитрий Кордос.